председатель совета ТОС микрорайона Малая Хун Поленок Михаил Петрович. Происходит вот ЧП на районе. Неделю трещало, приезжали комиссии с администрации были, с РЭО были комиссии, с ЧС комиссии были. Ну а сегодня вот резко где-то в 4, начало 5-го, затрещало все, загремело, стекла посыпались, и все, люди выбежали, вот и вызвали МЧС, администрация, все сработано четко, приехали, конечно, все быстро, эвакуация сейчас заканчивается, можно так сказать, двух этих подъездов. Вот. Так, по подсчетам, как у местных жителей, где-то в пределах 65 человек. Ну, сейчас подсчитываем точно. Это один лежачий есть, его скорая помощь, все МЧС вызвали. Ну, оперативно, я скажу, очень даже оперативно сработали. Вот. Мэр города в курсе, через 10-15 минут быстренько подъезжает. Но я считаю, что молодцы, все сработали четко.